Приветствую, друзья! Сегодня у меня на обзоре будет итальянское вино. Это вот такая бутылочка, довольно-таки нестандартная. Это Неро Д'Авола, Сицилия. Как оно правильно называется, сейчас вам скажу. Бальо ле Моли, Неро Д'Авола, Сицилия. Вино ординарное, сортовое сухое красное. Недавно делал ревизию в своем подвале, по грибке, и пришел к выводу, что собралось много Неро Д'Авола, сорт винограда. И поэтому я решил сегодня попробовать это вино, этого сорта винограда. Купил я его в алкотеке за 990 рублей. Была скидка. Ну, не знаю. Посмотрим, что за вино. Сейчас я его открою. Похоже на натуральную корковую пробку. Ух ты, длинная. Да, натуральная корка. Отлично. Редко сейчас встретишь натуральную корку. Это хорошо. Вот такая полосатенькая. Прекрасно. Хорошо. Сейчас налью. Отлично. Ну что, давайте знакомиться дальше. Значит, вино из алкотеки. Вино сухое, красное. Сортовой состав Неро Д'Авола. Изготовлено, ну, со всеми ихними требованиями. Изготовитель Вилла дель Олми, Санта Матей. Тенуа Алависта. Понятно. Италия. Урожай 21 год. Алкоголь 14, дата розлива 02.10.23 года. Ну, в принципе, все. Больше ничего интересного тут нету. Бутылка такая нестандартная. Будем пробовать. Неро Д'Авола, черный из Аволы, в переводе означает. Это автохтонский сицилийский сорт винограда. Угу. Очень, ну, довольно-таки сильно он распространен в Сицилии, занимает первое место у них. Ну, хорошо. Цвет. Давайте о цвете. Спелая-спелая вишня. Немножечко есть, по-моему, коричневых оттенков. Видимо, возможно, вино выдерживалось, в чем-то выдерживалось. Ну, хорошо. Гляньте, цвет плотный, насыщенный. Красивый. До этого я пробовал Детрою, Неро Детроя. Мне очень понравился этот тоже сорт винограда. Очень такое плотное, насыщенное, интересное вино оказалось. Я стал себе собирать Неро Детроя. Вот такой сорт винограда. Итак, аромат этого вина. Это спелые-спелые ягоды. Такой средней интенсивности. Слива. Черный перец. Так, взболтну его немножечко. Пусть подышит. Угу. Ну, какие-то перечные темы. Животный тон. Вишня. Слива. Ну, вот такие там тона. Ну, хорошо. Давайте будем дегустировать это вино. Неро Д'Авола. Еще раз показываю. Вот такая бутылочка. Смотрите. Алкотеки брал. Что за вино? И с чем его едят? Ну, в принципе, неплохо.
среднепродолжительное у этого вина послевкусие. Да. Неплохая кислотность. Средняя. Кислотность не зашкаливает. Но она приятная. Мягко шершавые такие танины у него. Да, неплохо. Во вкусе слегка чувствуется слива. Опять же, какие-то пряности. Ежевика. В принципе, вино неплохое. 1000 рублей, конечно, для него слегка высоковатая цена. Оно стоит, конечно, подешевле, однозначно. Но, опять же, вино в хорошем балансе, в хорошей форме. Приятное, округлое. Угу. Ему надо дать немножко подышать, постоять. Оно, я думаю, еще больше раскроется. Дым. Ваниль чувствуется в нем. Табак. В общем и целом. Ничего плохого про это вино сказать не могу. Питкое. Можно даже пить из соло. Не обязательно что-то им запивать. Ну, в принципе, неплохо этот Неро Давола, сорт винограда, мне понравился. Неплохой аромат. Звезд с неба, конечно, это вино не собирает, но вполне достойное, нормальное. Мне понравилось. Показываю еще раз, последний раз. Вот бутылочка, брал котейки. Увидите, где дешевле, берите смело. У них там тоже акция какая-то, берешь две, еще дешевле получается. Брать можно смело пробовать это вино, дарить. Буду ли я покупать это вино, не исключено. Вино хорошее, но неудобная бутылка. Мне такие бутылки как-то не надо, плохо лежит в подвале. Примерно все же бутылки бордовские или бургундские, а это какая-то нестандартная. Ну не в этом соль, можно где-то положить ее отдельно. На этом все. Пишем комментарии, подписываемся. До свидания.